попался мне тот. Как зовут? Федор. Федор. Мечта, говорит, есть. Какая мечта у тебя? Сходить на концерт Шамана. Шамана? Да. А когда он? Он 12 мая. 12 мая? А где выступает? В Ледовом дворце. Ледовый дворец спорта Олимпийский. А сколько билет стоит? 1800. 1800? Это самый последний ряд? Ну да, это самый дешевый. Самый дешевый? А самый дорогой сколько? Я даже не знаю, сколько самый дорогой. А что, ты любишь Шамана? Да. Какая песня? Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Я мыл машины, чтобы попасть на концерт Шамана. Шаман – это, ну, моя, как бы мой фанат, ну, я его фанат, и он мой любимый певец. Вот. И мне кажется, что у меня это уже, можно сказать, получилось. А я мыл машины, чтобы попасть на концерт Шамана. И мне кажется, что у меня тоже получилось. Увидимся сегодня вечером на концерте в Рязани. До встречи. Ура!